Вы поняли, где у них? Ну что это? Корреспондент Беляев один. Да. Там никого. Тут кто-то ходит. Нет. Да я не тебе же, что думаешь, один их что ли? Есть два. Целых. Ну а что бы ты не подошел и спросил меня? Если вы там права собираете, что подумаете? Да, мне Арман сказал, смени все, кто как работает. Работай, да. Арман, знаешь такого? Скажи пару слов. Скажи пару слов кому ему? Ну, не мне же. Здравствуйте, мы работаем, он тут смотрите задачи. Делаем сюжет. Ой, какие вы молодцы. Да, они дизайнеры. Хорошо, не буду мешать. Я ждала там сумму. Дальше пойдем. Она перейдет. Что говоришь, супермаркет? Ты опять здесь. Тут будет платить, я что хочу сказать. А, тут будет платить, который Бог истратил. Я же вообще дома мучочек. Здесь у меня там на горе очень много. А у кого счетчик уже мог бы выбрать? Это Видела вас вчера в служении. Как, волосы у меня будут тоже? Нет, когда через три дня будь пышный уже. Ну, наверное, такой, как вот баллонка буду. Мне обещали такие волосы, ну, пышные, золотистого отлива. Я тоже не знаю, что у кого есть собака какая-то, она еще дерется. Блин, тебя пошли подходить. Все, кино закончилось.